Итак, всем привет! Сегодня речь пойдет о том, как добавить в Avasora Miner новый алгоритм, в частности MTP, и качать наиболее прибыльные монеты. Да. Итак, смотрите, на данный момент у нас имеется Avasora Miner последней версии. Где это посмотреть? Да, вот, допустим, сюда. About, где тут about? Вот, about, да, 6.08. 6.08 алгоритма MTP у нас нет. Я написал разработчикам, возможно, скоро добавят, но тем не менее, у нас его нет. Зато этот алгоритм есть появился на CryptoDigi, вот, который недавно вышел, 0.15 версия, да, вот видите, добавили MTP алгоритм. А у нас майнер какой? Давайте посмотрим. Майнер. Идем сюда. Software. Криптобридж. У нас 0.14. 0.14 нет. Да? И мы делаем следующее. Новый алгоритм, новый майнер. Добавляем в Avasora Miner. Для этого мы идем в настройки. Идем в алгоритмы. Здесь в алгоритм нажимаем кнопочку добавить. И добавляем вот наш алгоритм. Видите, MTP. Ну, по умолчанию указал 0. Потом мы идем в наш профайл. На 10.50 этот алгоритм уже не работает, на 10.80. Находим его здесь и указываем наш профит. Ну, да, на наш хэш. В данном случае у меня получилось 2-4 мегахэша с одной 10.80. Все указали. Дальше добавляем новый майнер. Идем на сайт CryptoBri, этого CryptoDredge, копируем вот эту ссылку, да, копировать ссылку. Потом идем в наш этот, давайте я увидеть, чтобы получше он было видно, на софтвере. Здесь вы создаете новый, да, я покажу в своем примере, даете имя, у меня будет имя точно такое же, только в конце M, типа manual. Полная с full compatible, да, command line NMP с CryptoBridge, который уже есть. Ставить software download, software automatical download, указываете URL, который мы только что скопировали, и указываете имя. Учтите, что CryptoDriver, да, вот если мы вот тут его посмотрим, он распаковывается, то есть архив раскопывается, в нем папка, и в этой папке уже сам майнер. Да? Поэтому нам обязательно надо указать эту папку, слэш и майнер. Затем здесь мы отмечаем все алгоритмы, которые мы хотим качать, но я отвечал все существующие алгоритмы, и добавил алгоритм MTP, и добавил у него параметр MTP. Окей. Нажали ОК, сохранили. Теперь идем в пул. Создаем наш пул. Вот он, я его создал уже. Здесь пишем название. Указываем, да, то стратум. Да, я, допустим, качаю его на... Где же я его качаю? Вот здесь я его качаю. Ой. Так. Где-то здесь есть... Как его качать? Давайте. Так, команда, как это работает, так. Вот наш коин. О, это я в мастер-ноду нашел, прошу прощения. Вот он пул. Находим. Ну, так. Ну, давайте, раз уж начал, добью до конца. Вот он, Zcoin, да. Присоединиться к пулу. Так, быстрый старт. Да. Я как-то где-то не здесь я указывал. А, ну я нашел его через вот эту вот. Recommended pool, зашел вот сюда, да, все, хорошо. Вот, тут как начать. Вот, скопировал вот эту строчку. Ставил ее, да, в Avasora Miner. Вот она скопирована, вставлена. Указал свой кошелек. Кошелек есть, можно скачать с официального сайта. И у меня Кайноми. В Кайноми на телефоне он есть. Здесь указал наш Zcoin, да. При этом, вот смотрите, он обязательно должен у вас, вот settings, вот тут, должен быть включен коин-калькулятор. Не обязательно, в каком месте, но у меня он на первом, потому что он берет статистику с коин-калькулятора. На Ватумане, по-моему, этой монеты нету. Да? В общем, пул вы создаете.
Вот он Zcoin, тут все указываете, как я вам уже говорил, то 8 околесим. Потом в Profile Switch идете, можете добавлять его сюда, либо группу, да, вот у меня тут группа есть, я можно его в группу добавить, либо отдельно, я поставил качать только его, у меня он будет, не будет переключаться, будет только его качать. Все, добавляете, нажимаете ОК, потом смотрите вот здесь, он обновляет, обновить нажимать, он добавляется, видите, он намного профитнее, допустим, он 4,45 дает доллара в день, в то время как тот же Bitcoin Gold всего 1,32, да, ну, есть разница, чуть-чуть за 10 минут все это сделать, то, что я вам сейчас показал. Все, и нажимаете тут старт, и все, вот он у вас начинает копать CryptoDagger 0,15, да, этот новый алгоритм, которого не было во весовом минере, новый майнер, которого не было во весовом минере. Только что мы это все добавили, сделали и качаем. То есть это не HiveOS, тут все можно быстренько добавить и сделать. Хотя, может, на HiveOS не буду зря наговаривать, можно. Но тем не менее. Все, как бы это я хотел вам рассказать. Получаете профит, да, чуть ли не в 4 раза больше с программы весовый минер. Всем спасибо, всем пока. Как бы не, это не реклама, как бы не думайте, я просто стараюсь для людей, чтобы я сам бесплатный пользуюсь, такой же, как и вы. Все, пока.